Добрый день, уважаемые зрители. С вами, как всегда, Юрий Бочаров. Сегодня на обзоре отель, который называется «Марко Поло», находится в поселке Чам-Юва, недалеко от Кемера. Хочу начать, наверное, с того, что наш отель один из самых первых отелей, который стал предлагать концепцию «Ультра все включено» на турецком побережье. Отелю нашему уже 30 лет, но, несмотря на свой возраст, мы не стоим на месте, и мы каждый год, начиная с прошлого, проходим достаточно крупные реновации. Например, в 2018 году у нас был реновирован наш и часть номерного фонда, также бассейн центральный, плитка возле него и в нем вся переложена. Реновировалась наша сцена, на смену старого амфитеатра пришла новая современная сцена. В этом году мы на ней уже встретили 3 раза как бы российских звезд. Так скажем, были у нас такие пробные концерты в этом году. Зимой 2019 года мы реновировали еще часть номерного фонда. У нас на данный момент всего 180 номеров полностью обновленных. Я чуть позже конкретно про номерной фонд расскажу. И также самая большая реновация коснулась нашего основного ресторана. То есть ресторан был снесен полностью и построили новый основной ресторан. Что касается концепции отеля. Концепция отеля «Ультра все включено». Всего у нас 530 номеров, 7 категорий номерного фонда. Отель работает с апреля по октябрь. Территория отеля 127 тысяч квадратных метров. У нас есть 4 а-ля-карт ресторана, 1 основной ресторан, 6 баров и 4 закусочные, включая одну кондитерскую. Я думаю, ближе я вам про них расскажу тогда, когда мы пойдем по территории, чтобы вы могли сразу увидеть, да, и понять. Детского питания баночного нет, но есть детский стол, как бы по индивидуальному меню мы тоже для деток готовим. Горшки, кроватки, номера предоставляются, колясок нет. Wi-Fi на всей территории отеля, и в номерах, и на территории. Бесплатный, да. А-ля-карт рестораны в этом году у нас были 2 бесплатных, 1 рыба и морепродукты платные. На следующий год как будет по концепции, сейчас не могу вам сказать, потому что вообще концепция отеля планируется на следующий год эксклюзив, поэтому изменения какие-то могут быть. Стандарты прошли частичную реновацию, это просто легкий косметический ремонт, так скажем. Как бы в 2018 году кафель в ванной комнате напольный был заменен. Обновлен текстиль, но супериор это полностью. Ну, мы сейчас увидим, да, вот те категории номеров посмотрите. Это наш новый ресторан основной. Ну, я думаю, вы обратите внимание так, что в ресторане достаточно все новое. Раньше у нас ресторан меньше гостей мог себя вместить. Сейчас здесь вместимость 1200 человек, при размещении в отеле у нас 1223 койко-места, как бы, и помимо этого еще 4 а-ля-карт ресторана. Сами понимаете, что всегда есть свободные места, как бы проблем вот это с очень нахождением столика, да, никогда не возникает. Очень вкусное. Так как у нас летняя концепция отеля, у нас, в принципе, ресторан открытый, но здесь есть довольно мощные вентиляторы, которые тоже, как бы, ну, немножко разгоняют этот жар, и на самом деле летом здесь достаточно комфортно, но также, кто не переносит жару, у нас есть закрытая зона, если туда вы обратите внимание, сейчас там все двери открыты, летом они все закрыты, там работает кондиционер. Все дневные активити, которые только могут быть, у нас есть, включая стрельбу из лука, как бы из пневматической винтовки, не считая каких-то степ-аэробик, гимнастика, пилатес, у нас также акваэробика и на море, в бассейне проводится каждый день. Вечернее шоу все профессиональные приезжие своими силами практически не проводим, кроме там каких-то вот конкурсных таких вот гостей, которые любят таких смешных комедий. 300 метров, достаточно большой пляж. Вход в море пологий, удобный, как бы тоже, что удобно для детей.
очень неплохой, качественный отель. Все понравилось. На 100% могу рекомендовать. Вот такие домики двухэтажные, по территории раскиданы. Очень аккуратненькие, все в зелени. Это основная часть бассейна, где основной бассейн и анимационные программы здесь же проходят. Вот она, перед вами сцена. И во все стороны домики, домики. Они примерно одинаковые. Единственное, имейте в виду, есть номера после ремонта, а есть, которые еще не ремонтированные. Вот, конечно, просите те, которые после ремонта. Они прям реально хорошие. Такой, знаете, отель вот в привычном понимании типичный турецкий качественный отель. Номера супериор после ремонта. Двухспальная кровать, но имейте в виду, дополнительную кровать сюда ставить уже реально просто некуда. И есть такой балкончик небольшой. Набор для приготовления чая, кофе, телевизор с большим экраном. Конечно же, есть вот такой мини-барчик. Халаты, тапочки, все это есть. Нет, халаты вижу, тапочек нет. Санузел хороший с ремонтом, с душевой кабиной. Видно, что плиточка вся новая, все хорошее, аккуратное. И вот, пожалуйста, сейф есть еще и дополнительное одеяло и подушка. Номера Superior Family. Вот здесь комната маленькая для детей, но она с маленьким окном, здесь совсем темно. Тоже такой же ремонт, как и в обычных супериорах. Точно такой же санузел с красивенькой плиткой. И, пожалуйста, еще одна комната, в которой две кровати с большим телевизором. Все четко, все нравится. Номера очень зачетные. Смотрим стандартный номер, который без ремонта. Но, честно говоря, тут вполне комфортно, даже несмотря на то, что ремонт здесь был очень давно. Все нормально. Конечно, тут попроще вся мебель и кровати. Вполне нормальный ремонт. Я думаю, что не сильно он отличается от того, который отремонтирован. Да, тот вообще крутой, а этот более-менее нормальный. То есть, в принципе, не переживайте. Даже если вам дадут номер без ремонта, ничего страшного не случится. Очень зеленая территория, еще раз повторюсь. Везде деревья, деревья и такие вот двухэтажные, как я уже говорил, домики. Посмотрели отель Марко Поло. Давно я хотел в нем побывать. Очень часто я его продаю своим туристам. И, в принципе, все отзывы очень восторженные, все довольные. Особенно нравится еда, анимация, нравится пляж хороший, чистый воздух здесь, в Чемьюве. Здесь очень много деревьев, сосны. В общем, отель очень хороший, стоит довольно недорого, поэтому я, конечно, однозначно отель рекомендую.